Что потеряли, но больше там где-то и можно найти. Чародей без дела. Но щупор прокачать сложнее больше. Ну это логово. Ну, конечно, лишь если какой-то импалер тогда упал в 50. Но в другую сторону они побежали, не стали с ним бороться. А если бы барда потеряли, то у нас 5 бардов. А так было бы 4 только. У нас и так потеряли. А предлагают у форсарса, у форсисты шоэс. Шуза, короче, да? 60 Blood Weakness, что это такое? The Unit is vulnerable. Чувствую все. Я, ну короче, ослабление какое-то. Уменьшается на 2 хождения по ветлам, поэтому. Ну, болотом, ну, плюс 3 дефенс. Да не, ну, яд это вообще не подпитает. А этот, скорее, наоборот. 60% frost protection. 8 болот. Сапфир. Напишет сапфир loop of lessening. Frostbite. Frostbite. Или 188 голда. Не, ну, лучше эти забрать, а этому продать. Ну хотя это не так страшно, плюс 3 дефенса, там нету яда вообще кого-то можно. Или взять, а ну-ка. И кто это? А ну это главное. Мы можем даже узнать, у нас Protection 40. Например, если сюда ставить. То уже Weakness он пишет 20. Да. А с продажа сколько? Продажа 60 голды и 15 мана. Ну тоже нормально забрал. Ну плюс 3 дает. То есть это не так, можно их просто переставлять с собой возить на бой. Аксессуары. 60 Frost Protection. 40 антидоты Frost 60. А если у него за вот эти, например, билки сможет раскачаться. За свои. Что-то раскачнуть такого. То, например, Frost раскачивать, а кому-то перекинуть. Просто. Мороз. Сапфировое. Ну, сапфировое кольцо. А он указано, что оно стронг. Ну, типа перед легендарностью. Легендарь. Но если мы улетим вот этим, то монстров не будет. Можно сейчас монстров потом. Ну, разобьешь. Ход изучен. Game save. А, надо было посмотреть, можно в округе какие-то еще амбуши. Тут то ли в руинах где-то были амбуши. Здесь где-то есть, вот тут вот. Вот да. Ну еще. Ну каждому амбушу предлагается чародей. Human Apprentice. И. Ну да, конечно, даже он быстрее. А там 4 мы увидели. Вот тут вот может быть какие-то, ну. Опять сюда не пойти, потому что тут надо. А рефужи кэмп. А ну рефужи кэмп сейчас заберем там. Попробуем. Он не долетает. Ну ладно, можно на скале пускай висит, потому что. Он же никуда не сдвигается. Так, вперед. Ну, он летающий, непонятно, почему он
одинаково. Ну и тогда если он спустится, он может съесть. Тут или там. Раз. И два, и все, да? Сможет он? Он сможет так. А ты что? Ну потому что там еще в подземелье надо было решать потом, кто в подземелье кого отправит. Кто будет возглавлять центр? Хиппи.